Всех приветствую, мои дорогие друзья, меня зовут Данил, и вы находитесь на моем новом видео по игре Motor Depot. Ну и сегодня у нас на тесте будет такой Zilog 130. Потестируем, прокатаемся. Масса 5 тонн, максимальная скорость 90, мощность 150 лошадей. Ну и работа перевозка продуктов, мусоровоз, коммунальщик и горсвет. У нас, кстати, в игре есть Zilog, но у нас есть 130 ММЗ, самосвальчик, и такой 130, на котором мы можем с вами перевозить то, что я перечислил буквально пару секунд назад. Сегодня мы, наверное, с вами будем мусоркой. Кстати, бортового прицепа нема, а на картинке с бортовым прицепом. Как-то странно. Так, ну ламбрикины не хочу цеплять. О, господи, божище. Берем, значит, мы с вами брызговички. Вот такие вот противотуманочки. Ну, наверное, все. В салоне разве что. А что можно в салоне сделать? А в салоне можно, наверное, что-нибудь впихнуть. Но плетку не хочу на руль. Давайте такой прям брутальный зиловский руль оставим. Наверное, вымпел повесим. Да и все. Зачем как-то мусоровозку? Хотя нет, мусоровозку. Можно когда приколхозить. Вечерний рейс у нас. В комнате темнеет. Поэтому будет у нас такой вечерний сбор мусора, чтобы с утра народ уже, проезжай уже, чтобы с утра народ уже мог выкидывать в чистые мусорные баки свой мусор. Так, собрать отходы в городе, давайте соберем. Так. Погнали. Блин, я не могу никак к управлению привыкнуть после Хантера. Вот сюда, вот все. Так. Ну, сейчас будем возле бака собирать мусора. Ага, вот сюда. Что-то я этот поворот уже забываю, который раз просматриваю. Всегда, когда здесь надо нам грузиться или выгружаться, но мы здесь часто грузимся. Бывает, я часто его проезжаю. Ну, с кем не бывает, я думаю. Назад. Блин, я хотел на педаль тормоза нажать, потому что, опять же, в Хантере ты на педаль тормоза нажимаешь, ты одновременно едешь назад. Там так это организовано. Здесь можно заднюю передачу втыкать. Там-то автомат, а здесь у нас механика. Ну, здесь тоже можно автомат сделать. Блин, немного лагает, но там кто-то тоже написал, что сервак лагает. Не стыдно, не помогает. Ну, да. Сервак, конечно, здесь не оптимизирован, но лагов здесь много. Ну и часто заходят какие-то индивидуумы, которые там ставят ник до небес и лагают комнатку. Один из этих ребят уже был у меня в видео, можете посмотреть. Я на мазике там гонял как раз. Интересно вышло. Так, вот у нас вторая мусорка. Погнали. 300 метров. Ну, у нас сейчас будут такие вот 200, 300, 100 метров. И потом в конце, в общем, повезем это все в одну большую кучу, которая находится у нас, ну, на свалку, или как, даже не на свалку, ну, свалка мусора, которая находится у нас в Ассоле. Так, анимация, оба. Стоять. А, мы сквозь проехали, я думал, сейчас врежусь. Нормально, ладно. .00, как я сказал, вечернюю мусоровозку на сегодня. Вечером соберем, до полуночи пособираем мусор, потом пойдем отдыхать. А на утро бац и чистые баки. Не ночью, я думаю, может такое быть. Но мусор, конечно, по утрам вывозят там, днем можно заметить. Ну, не знаю, лично у меня по утрам мусорка ездит. Ну, а мы сегодня как бы прокатимся вечерком. Так. Не туда немного нажал, потому что управление. Да ё-моё. 27 человек в комнате. Так, отлично. 270 метров это нам. Вот нам вот сюда. Так, топи давай. Отлично. 300 метров. Ну все, топим. Топим на все бабки. А, это мы сейчас, значит, с вами в парк поедем. И соберем мусор в парк. Кстати, видите, у меня Zilog грязный, я на нем работал.
А я давно еще на нем в зиму работал. Снег убирал как-то там. А, ну да, я, наверное, да ё-моё, не вписался. У нас же тут самая выгодная работа, это как раз коммунальщик, там снег чистить, город поливать. Поэтому я вот и брал его, чтобы нафармить денежку. Когда, кстати, не знал о баге на деньги, ну и тогда приспела еще и не было. Это была другая версия, еще без колеса вот этого. Так, все, парк тоже теперь у нас будет гораздо чище, гораздо лучше. А у нас... Есть там выезд? Да, есть там выезд, отлично. Блин, когда камера не отцентровывается, постоянно приходится менять вид, чтобы хоть как-то, хоть немного эту камеру, блин, нормально поставить. 200 метров. Вот и доказываю. Да, возле дома культуры возьмем. Так, ну, это мы, получается, сейчас все части города объездим, все районы, и потом обратно это все повезем на свалку. Нормально, такая вечерняя мусорка. Ну а чё, ну прикольно. Вечернюю смену мы сегодня. Даже не в ночную, потому что только-только вечереет. Вечерняя смена такая будет. Ну, бочком. Что-то мне прям, что в прошлом видео на Зилке, что здесь на Зилке, бочком прям лезет. По улице мы так вот рассекаем, не сильно безопасно, но ничего. Все, 4200, это едем уже мы в Осолу с вами, да? Ну да, чуть дальше Осолы, ну не прям в Осоле она находится, потому что народу было бы точно неприятно там жить, такой запах. А здесь как-то так. Я не могу понять, это Зилок так плохо поворачивает или у меня что-то с камерой. Я вроде жму пальцем, вроде переворачиваюсь, оно нифига не получается. Беда какая-то. Неужели реально после Хантера так получается у меня? Идите за мной. Ну вот, 9 вечера, как раз сдадим мусор на свалку, будет уже 10, приедем. Ну, 11, итого, плюс-минус 15 минут того-сего, и минут 5-10 пятого, и будет у нас вечер, уже полночь точнее. Вечер у нас уже есть, будет полночь. На Зилку. Что-то я в своей жизни не припомню Зилок-мусоровоз. Газон-мусоровоз я, конечно, видел. Ну и у меня МАЗ-мусоровоз ездит. Но Зилка я что-то вообще не припомню. Я Зилки только такие 130-е эти самосвалы. И все, никаких я не вижу. Ну, здесь есть тоже Зилок-самосвал, 130-й тоже надо будет взять когда-нибудь покататься на конвоечек с кем-то на самосвале. Ну, тут непонятно, почему там у нас бортовой, как КамАЗ. Ого, прицеп подняло. Нормально. Почему на картинке, вот когда в гараже мы выбираем машину, у нас, ну, как КамАЗ, знаете, как, то есть сено возить, ну, бортовой прицеп показан. А в самой работе нема этого прицепа. Либо я что-то не заметил, ребят, если это так, то напишите, но, по-моему, я все заметил. Какой-то, видимо, баг. А сделал в этой игре уже достаточно давно. Не знаю, может, это новое обновление, что там намудрили. Ну, ладно, бывает. В этом такого. Просто бортовой можно было взять тоже его на сено. И сено, как знаете, это самая выгодная работа, она, чтобы деньги фармить. Туда едешь, 5 минут обратно, 18 тысяч получаешь. Если прям про легальные работы, без всяких багов на деньги говорить, то это будет самое еще и нормальное.
Зачем я на встречку выкатил, чтобы повернуть? Ну да ладно. Выкатил и выкатил. С кем не бывает. Все, прямиком до Асолы. Да, какие-то ночи мотор-депот темные, светлые. Хотя мы не в Питере. Так, вот сюда. Надо посмотреть, сколько у меня там бабосиков. А то я не хочу обратно возвращаться, а телепортируюсь. 589. И сколько нам заплатят? Ой-ой-ой. Ого. Ого! Вот так налетел на ямку. Сейчас бы машины лишился. Не хотя такие, что мелкие повреждения в любом случае уже присутствуют. Ладно. Ладно, телепортируемся в гараж, там минус 3 косаря потратим. Ну неохота мне сейчас опять в гараж ехать. Эти места. Ну и там уже, конечно, завершим. Ну вот наша свалочка. А сколько вообще заплатят? А, 9 косарей. Ну, кстати, не густо. За эту работу нам не густо платят. Грязная, пыльная работа. За 9 косарей, ну, ребят, вообще ничего. Так, давай эвакуируем. Ну все. Всем большое спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы в дальнейшем не пропустить мои новые видео на моем канале. Ну, меня зовут Данил. Всем добра, всем мира. До новых видео. Всем пока. Пока.